сейчас мы поработаем с нашими хай-хетами. Я уже сделал их потише. Сейчас вешаем эквалайзер. Вот этот вот цимбал райд очень режет слух. Я хочу, чтобы он создавал фон в композиции, а не забивал ее. Вот тут где-то внизу слышен, что есть какая-то помеха. Мне очень жаль, что я не могу сделать вам линейный звук. Но что я могу сделать, это, естественно, устранить эту помеху. Теперь, когда наш райд на заднем плане, мы берем хай-хет и поработаем с ним. Он очень неприятно режет слух. На всякий случай низ. Просто, ну вот я не доверяю, кто там, что там, как записывали, откуда этот звук, какие там шумы. Я просто этому не доверяю сэмплам. Теперь у нас есть полный комплект барабанов. Мы можем сделать какой-нибудь бас.